Пацан был Федя, царство ему небесное. Угу. Короче, кусали друг друга, как собаки. По приколу, да, я, сука, его загрыз. Всем привет, с вами на дворе, это новая часть Антигрифер Шоу, но перед тем, как начать, я бы хотел вас очень сильно попросить поставить лайк, так как я очень сильно для вас стараюсь, меняю голоса, ищу людей, это не так наш уж и просто. Собственно, вам всего лишь нужно кликнуть лайк, и все будет окей, так что лайк. Алло, здорово. Алло, привет. О, нифига себе, здорово. Слышь, привет, да, здорово. Да, меня можешь, да? Ага. По-братски так, я понял, по-майнкрафтовски. Лам, как твой ник, я так тебе телепортируюсь. Короче, вот. Как твой ник, давай, я аккаунт. Бигбот, 1, 2, 3, 4. Бега, во, бегемот, во. Отлично, давай, бегемотик, принимай. Ага. Бегемотюшка, давай, я жду. Давай. Все. Ну капец, нам тут ремонта с тобой предстоит, друг, реально. Прикинь, вот эти все сундуки закопаем под землю. Это так красивее будет. Вот эти две зачаровальни, мы их, короче, в одну совместим и поставим посередине. Mm-hmm. Дырки тут эти залепим пенопластом. А ну, открой свою халабуду, я выйду гляну. Подожди, сейчас тебе добавлю и твой ник. Подожди, брат, стой. Я, короче, пока фкашу. Подожди. Иди сюда, встань сюда. Вот сюда, встань передо мной. Смотри, короче, я пока что фкашу, ты это самое. Добавляй меня в регион, ну, по нику моему смотри. И я, короче, через пару минут приду. Все, давай. Да? Я ушел. Так, я вот. Надеюсь, это не антигрифер шоу. Ё-моё! Слышь, чувак, мне сказали родители, надо идти, короче, в школу. Первый класс мне записывают, короче. Надо в школу. У тебя голос какой, блин? Ну, я не знаю, какая разница. Главное то, что я в первый класс иду. Я просто уже 17 лет в первый класс иду, не могу никак пойти. То, блин, выгнали за курева, не могу. То потом, зарезал, короче, школьника, первоклашку тоже, короче. Прикинь, малой, короче, не хотел сигареты давать. Я говорит, я не курю. Но я, короче, не тупой, я знаю, что они курят, эти школьники. Я, короче, беру финком. Порнул его, короче, меня хотели посадить. Но потом сказали, типа, первоклашка, нормально, короче, ну пофиг, промазали. Второй, короче, раз остался, знаешь как, тупо по глупости. Книжки не сдал, забыл, короче. Говорят, все, на второй год остаешься, переучиваешься. Я такой, не да наступай, ладно. Не сюда не наступай, а ты сейчас залетишь, и у тебя хп почему? Потратится вот так. А ты что, не умрешь? Да я могу умереть. Все, я сдох. Ну ладно. О, это самое, ладно, короче. Ты понял? Так что смотри, блин. Вот так остается. А, третий раз, самый вообще смешной. Хочешь, расскажу? Пацан был Федя, царство ему небесное. Короче, кусали друг друга, как собаки. По приколу, да, я, сука, его загрыз. Я не знаю, как так вышло, но я загрыз его, ё-моё. Ну ладно, мне добавился в халабуду, ё-моё. Да. Давай. Ты смотри, с тобой тоже такая может быть фигня. Только я тебя не загрызу там, а яблоком забью. Захерачу до крови. В Майнкрафте кровь есть? Неа. Да будет, ничего страшного. Это только с модами. С какими модами? Мод установил на кровь, монстры или что-нибудь другое новое. Да? Такое. Ой, у тебя кто-то тут в доме ходит. Я жемчуга Мендера перетелепортировался. Это я. А, да, ё-моё, да ты крутой с нами. Хочешь еще расскажу историю? А? Знаешь, как самый последний год? Меня выгнали из школы, короче, говорят, все, больше не приходи, 17 лет, типа, ты охренел, первый класс. Короче, я такой, должен идти в школу, да, 1 сентября, а я такой в Майнкрафт играю, прикинь. Мама такая говорит, иди в школу, я говорю, сходи за меня, типа, на 1 сентября, посмотри. Ну, короче, пошла вместо меня, проучилась, короче, 12 лет, нормально, да, я типа, ну, мне опять заставляют в школу идти, я не знаю, что делать, а, ребят, подскажи, ты какой класс? В пятый перешел. Ну вот, видишь, как ты так 5 лет в школе держишься? Я уже 17-й круг мотаю в первом классе. Чё, легко? Вытерпел. Вытерпел, да? О. Сам ненавижу, но терплю. Я всего 3 раза в школе был. Все время за меня кто-то ходил. А, мусора пришли такие, говорят. Слышь,
пошел первый класс. Я их тоже намотал им на ус. Я, короче, их завязал, вон в подвале сидят, прикинь. Что с ними делать, не подскажешь, а? Ну, дай мастер-класс, совет. Отпустить. Отпустить? Ага, они меня посадят в школу. Я не хочу сидеть. У меня там уже целая рота сидит. Каждый день по два человека приходят, я их руки замотал, в гараж кинул, все, сидят. Да, вот так. Вот такие дела. Ну, а чё еще? Чё еще тебе сказать, чувак? Я даже не знаю, чё. А? Я сам не знаю. А, помню, когда-то спать лёг, сон приснился. Как я, короче, во второй класс перешёл. О, на следующий день просыпаюсь. В магазин пошёл, 500 литров вина, там водки всего накупил. Ой, как забухал. Ну, короче, ты понял, да? Прикинь. Просыпаюсь утром, а это сон, блин. Я такой, ё-моё, подошёл к маме, спрашиваю, мам, я в первом классе? Она такая, да, ты в первом классе. Я такой, ё-моё, я думал, уже во втором. Прикинь. А знаешь, из-за чего оставляют? Каждый год по одному ребенку убиваю. Я не знаю, как так получается. Он про сигареты рассказывал. Один, короче, в Майнкрафт пригласил, короче, поиграть, да? Короче, я с ним играл. А он меня, короче, убил. Ну, я, короче, пришел к нему домой. Выбил нахрен дверь. Развалил его, всю семью его закопал там же в доме, прям в бетоне. Забил его голову в бетон, прям, прикинь, да? Вот что делать? Слышь, с тобой так не будет. В каком ты городе живешь, а? Не скажу. Ну вот если убьешь меня, я к тебе приеду, я тебя тоже там побью, я тебе руки в жопу затолкаю. Если я тебя убью, ты живой не будешь. Как ты ходить сможешь? В смысле? В Майнкрафте? Так я ж не в Майнкрафте к тебе приеду домой. Я в натуре приеду. Адрес скажешь свой, а, друг? Адрес нет. Да ладно, что ты боишься, а? Не буду я ничего говорить. А ты что, боишься, а? Боишься! Я никому никогда свои IP ничего не говорю. IP? Я тебе по IP вычислю, чувак. Не вычислю. Да ладно. Знаешь, как, где ты живешь? Да. В России, да? Да. А знаешь, как тебя зовут? Как? Ну как, я у тебя спрашиваю, знаешь, как тебя зовут? Стас. Ну вот, я знаю, видишь, Стас тебя зовут. Ладно, короче, все, чувак, я выехал. Давай, пока. Пока. Господи, у меня прямо аж горло болит. Я где-то раз 5 пробовал таким голосом написать. Прикиньте, с каждым надо. Типа, чувак, я отойду. Чувак, да, я типа отойду. Это, короче, все не программа, это все я, короче, сам меняю голоса. Вот, собственно, вот так, короче, ставьте лайки. Нормально, чувак, он поиздевался, типа, 17 раз первый класс. Я тупо все на ходу придумал, никаких там ни сценариев. Можете, конечно, мне ваши идеи попридумать, чтобы я, типа, так сценарий в голове себе набросал. Че, как делать, там, что такое, да, вот. Так, чувак, короче, меня придумаешь. Ладно, короче, ставим лайки, пишем комментарии, пишем ваши идеи. Бигмот, собственно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, зовите друзей, пока-пока!